очень много аналитики я услышал по поводу перспектив продаж СПГ, которые будут производиться, которые производятся в России. Но на самом деле это очень важно, узнать, кто потребитель, знать ценовую политику. СПГ-производство, оно действует уже на протяжении десятилетий, а мы только вступаем в эту игру, как российские производители. Поэтому крайне важно понять, а куда мы, собственно говоря, будем двигаться в этом направлении. Мне понравилось ряд выступлений по существу, интересно, особенно вот аналитика довольно-таки, хотя она где-то противоречивая, но общая тенденция, в общем-то, на конгрессе освещена. Речь с коллегами, она полезна, в чем-то полезна, какую-то информацию для себя, понятно, что мы уносим, уходя из такого рода конгрессов, совещаний, либо... Поэтому очень интересно. Ну, не надо вариться в собственном соку. Необходимо немножко так взглянуть пошире на вопрос. Поэтому я думаю, что вполне полезно, вполне такое рабочие моменты, на которые не жалко потратить время.